Привет, с вами Вилсаком, и бывают такие дни, когда я снимаю свой любимый iPod Nano 6-го поколения на ремешке TikTok Lunatic, одеваю лонжин, и такие дни называются, собственно, никак иначе, как будни. К сожалению, все мы так или иначе подвержены этому явлению, и нужно с этим что-то, конечно же, делать, но тем не менее. Итак, для того, чтобы таскать свой iPad, который я так или иначе использую в работе, нужна какая-нибудь сумка. И вот недавно я добыл очень классный, на мой взгляд, вариант. Это P-Quadro. И, конечно же, заголовок немножко провокационный, говоря о том, что это лучшая сумка для iPad. Я немножко лукавлю, но, тем не менее, действительно, это очень хороший вариант. Давайте немножко рассмотрим, что это такое. Вот так ее достаем. Вот это наша сумка. И, собственно, как она выглядит, давайте на нее так положу, чтобы вы видели. Это кожа. Соответственно, внутри у нас есть специальное отверстие для iPad. В этом, собственно, весь кайф, да. Я надеюсь, вам хоть что-нибудь там видно. Здесь есть специальное отделение, такой кармашек, который, собственно, позволяет нам все это использовать. А вот здесь элементы, типа... Сейчас я его попробую отклеить. Да, типа вот таких вот, они все на липучках, и, собственно, их можно снять и убрать, если они вам не нужны. То же самое касается отделения для ручек. Мне, например, просто это по большому счету не нужно. Вот так вот это выглядит, поэтому вот это мы все изымаем. И теперь у нас появляется очень много места для того, чтобы непосредственно засунуть туда iPad. Берем iPad, пробуем засунуть. Бэмс, он туда полностью ушел, и при этом, видите, да, здесь специальное такое отделение, поэтому даже находясь в смарт-кавер, он, собственно, никак не соприкасается с другой частью сумки, в которую, соответственно, вы можете засунуть iPhone. Где он у нас тут? iPhone. Туда. Туда же вы можете положить кошелек. И, собственно, закрываем. И вот так это все выглядит. Здесь отделение на магнитике. Ну, сюда, соответственно, тоже можно что-то положить. Но главное для меня было, конечно же, это чтобы она выглядела более-менее цивильно. Можно брать. Здесь, соответственно, дополнительное отделение. Но сюда можно положить что-то не очень важное. Вот такой ремень. Давайте нам покажу ремень. Упс, сори, если я вас задел. Ну, ремень обычный, ничего сверхъестественного. Стоит такая сумка... Наверное, около 10 тысяч в Москве. Мне она досталась чуть дешевле. Поэтому, соответственно, не могу сказать, сколько она стоит. Ну, да, около 10 тысяч она вам обойдется. Так что я думаю, что это неплохой вариант. Давайте я, наверное, полностью ее покажу вместе со всех сторон. Ну, вот, собственно, вот так это выглядит. Как я и говорил, основную задачу она выполняет, то есть это переноска iPad плюс дополнительных гаджетов. И при этом хотелось, чтобы она не была толстой и при этом, в общем, выглядела относительно симпатично. Чего, мне кажется, я смог добиться, чтобы под часы подходило, да? А, соответственно, вот наш iPad, он отсюда просто извлекается. И главное, знаете, что мне нравится? Что, в принципе, он при погружении и извлечении, в моем случае это смарт-кавер, он никак не царапается ни обо что, потому что очень часто какие-то элементы вот здесь появляются, какие-нибудь элементы здесь, и доставая устройство, вы его царапаете, да? Здесь такого не происходит, даже, наверное, об молнию не получится царапать, потому что вот так вот. Я пробовал сумку, в принципе, когда она висит у вас на плече, ну, наверное, это вот так происходит. Опять же, есть доступ ко всем основным функциям, здесь еще дополнительный кармашек у нас присутствует. Вот так вот. Немножко темно, наверное, да, хреново видно, но не могу лучше свет организовать, к сожалению. И, соответственно, получая доступ к другому отделению, вам не нужно здесь лазить, и вы как бы iPad не трогаете. Если вам нужен, допустим, там телефон, вы его без труда достанете, или там кошелек, опять же, без труда достаете. Вот такая классная сумка, советую, если вы задумываетесь о покупке чего-то подобного, обратите внимание. Да, стоит недешево, но, собственно, и выглядит при этом очень симпатично, так что, собственно, вот как-то так. С вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой твиттер, чтобы быть в курсе всех событий, и пока!